Теперь весь мир знает, что секретный проект ЦРУ привел к трагедии, погубившей более 300 тысяч людей. Теперь веришь, когда я говорю, что Кейн морочит нам головы? Думаешь, она знает больше, чем говорит нам? Думаю, Тейлор наткнулся на то, что не предназначалось для его глаз. И вот теперь за ним следят. Может быть. Но Кейн на нашей стороне, и мы не можем бросить ее с этими тварями. В Союзе полный бардак. Надо найти Тейлора, пока не стало еще хуже. Кроме нас, никто не вытащит Кейн. Она не дура и умеет выживать. Она дождется нас. Тэтэнтэн, друзья, с вами Схемов. Продолжаем играть в Call of Duty Black Ops 3. Это шестая часть нашего прохождения. И у нас сейчас задача, походу, будет спасти Кейн, которая оказалась в гуще событий между молотом и наковальней. Кейн, мы на периметре. Выходим из карантинной зоны. Я сказала не приходить за мной. А мы не послушались. Не перевозбуждайся. Мы еще не пришли. Здесь что-то творится неладное. Зачем вообще издеваться так над людьми? Убежище еще безопасно? Им заняться больше нечем. Камера показывает, что бессмертные приближаются, уничтожая все на своем пути. Да. Да. Ну и ну. Ну и ну. Держись, мы придем так быстро, как только сможем. Охренеть. Скажу тебе так. Я бы не надеялся на ее спасение. Они серьезно настроены. Да. Как и мы. Мы не уедем из Сингапура без нее. Наверное, вы уже заметили с вида от третьего лица, что я решил сегодня взять сейчас всех, очень тяжелую артиллерию. У меня вот, видите, вот такой пулеметчик есть. И вот такой пулеметчик есть. Так что сейчас я буду шмалять с душой. Сегодня тяжеловес такой, такой прям здоровый, здоровый. Так. Наверняка где-то в округе еще шляются бессмертные. Конечно, нам стоит шляются. Уйти с улицы. Согласен. Срежем тут. Минуем несколько кварталов. Ага, давай, срежем. Только лишь бы пострелять было где. А то... Так, включим этот. Тактическое дело. Он сейчас все. Опа, пойдете с ему. Слышишь? Я слышу. Слышу. Опи-дей-ти-ку. Наверху, что ли, они? Ну-ка нахер! Я, по-моему, вальнул даже этих гражданских. Чисто. После того, что мы сделали с ее братом, Го Сюлань действует из чистой ярости. Ее солдаты не щадят никого. Да? Когда мы найдем ее, тоже не станем. Угу. Давайте найдем и убьем. Что-то мне своя пушка не скажешь, очень Хендрикс? Нравится. Постараемся от души. Сотрем этих подонков с лица земли. Да. Как в старые добрые? Как в старые добрые. Так старые. А сейчас все плохие злые. Не едь туда! Охренеть, что он с ним сделал? А можно я добавлю? И вот так грену вам. Ни хрена, как быстро у него заряды заканчиваются, патроны. Так. К тому моменту, как мы спасем шкуру Кейн, Тейлор и остальные будут далеко. К тому моменту, как мы спасем шкуру, можно было потом Тейлор на этом закончить. Мы не бросаем своих. Или Кейн нормальная девка. А ты точно знаешь, что она из наших? Если из наших, то нормально, не из наших шкура. Ваш кэп, да? Та-та-там. Тоже намечается такая миссия. Опять начинается. Я сказал, убей всех. Станет еще намного хуже до того, как будет лучше. Вы видели, да? Я так честно я пытался знал, что не надо нам было здесь появляться. Перерубить веревку, перестрелить. Но это не предусмотрено игрой. Брось. У меня сегодня очень здоровый. Очень-очень здоровый сегодня мужик. Пулемет. Надо потом будет потестить еще один другой пулемет. Так.
Так, комплект, не-не-не. А, кстати, да, вот сейчас как раз я... А его можно изменить? Нет, здесь менять комплекты нельзя. Здесь только выбирать можно комплект. Так, я открываю, вы да? Вы не понимаете, правда? Тейлор, какого хера ты делаешь? Ты продал нас! Выдал секретные данные нашему врагу! Я сказал правду. За чистым вылизанным фасадом ЦРУ проводила незаконные эксперименты на людях, пока однажды все не рвануло, оставив сотни тысяч погибших и еще больше пострадавших. Спроси себя, кто же злодей в такой ситуации? Люди, пережившие катастрофу, которая случилась прямо у них на пороге? Или сраные же полизы из спецслужб, которые все замяли? Бессмертные построили общество, пусть и испорченное, когда весь мир от них отвернулся и бросил их гнить. Возможно, они хотят мести, а может, всего лишь справедливости. Так или иначе, ты не можешь отрицать, что их гнев праведный. Тейлор! Тейлор! Кейн! Тейлор только что прорвался на наш канал. Кейн! Кейн пропала. Может быть, уже слишком поздно. Может быть, уже слишком поздно. Если бессмертные прорвутся в убежище, Кейн все равно, что труп. Курс наверх. Найди мне проход. Лучше тебе не ошибаться на ее счет. Он мне что, пушку сейчас заменил? Ага. Они озираются. Осторожно. О, да. Хорошая. Мне нравится. Вообще огонь. Сними их быстро! Так. Вообще огонь, пушка. Еще один идет. Вообще мне нравится. Ой, очень нравится. Очень нравится. И главное, они меня не видят вообще. Ни разу. А еще один вон там. Не вижу его. Сними их быстро! Сейчас сниму. Дьявол, уже горячо! Они идут на нас! Сними их всех! Это был последний! Они идут на нас! Сними их всех! Это был последний! Логика на высочайшем, просто на феноменальном уровне. Будут еще враги здесь? Видимо, не будут. Так, я вроде ставил джетпак, блин, но он почему-то не работает. Что у меня там стоит? Нет, включись. Открываем. А что, я один опять пошел? Где мой напарник-то? О, типа эффектно убил, да? Нож возьми. И вытри об него, правильно. Притормози! Мы же не хотим привлечь эту АОП! Надо двигать на крыше, чтобы понять, что нам предстоит. Да? Я ОП могу сбить. Мы же убивали уже ОП. И сейчас убьем. Чё нет? Чёрт! Будто у бессмертных тут партийный съезд. Буду прикрывать тебя сверху. Иди-ка сам туда. Я сам кого угодно сверху подожди, прикрою. Пока все отвернутся. Офигевший, да? Вообще огонь пушка, да, ребят? Очень нравится мне. О, один раз промахнулся. Убей их, быстро! Дьявол, уже горячо! Они идут на нас! Сними их всех! Да никто на нас не идет, не очкуй. Даже не видят нас. Придется прорваться через офисное здание впереди. Прорвемся, что там? Вот так. Кто еще есть? Куда ты пошел? Так, перезарядка. Так, это Хендрикс. О.
Он послушал меня, да, остался. Я остался, он пошел. Вот так и надо работать. Ну-ка. Че, еще есть враги? Ой, что-то я мощно приземлился. И чё, не простреливается? Куст, что ли? Реально? А, это свой. Ладно. Свой так свой. Тогда никаких придирок. Та-та-та-та-та-та-та. Аккуратненько, тихо. Проходим. Я так тихо, спокойно... Ой! Тихо, спокойно, так давно не играл. Только... Нет, я в шутеры вообще спокойно стараюсь не играть. Мне даже аж скучно, я даже не знаю, как веселиться. Так, это я как промазал так мощно. Кто-то идет, крупный. Так. 8 патронов осталось. Всего 8 патронов. А, нет, не 8. Патронов до хера. Так. Пойдем попытаемся здесь. Вообще, как много здесь всего. 24 метра всего. Мне пройти надо. А там еще есть кто? Видимо, никого нет. Что это за здание такое? Видимо, придется посередине проходить по-любому. Так, сюда. А, Хендрикс уже тут. Он просто пробежал через всех противников и ждет меня тут. А я там воюю. Ты точно не хочешь развернуться? Исключено, Хендрикс. Мы не покинем Сингапур без нее. Вот так вот, понял? Они прорвались в убежище! Я укроюсь в бункере. Активирую черный код. Хорошо, что ты еще жива. Ты слышала, что Тейлор прорвался в наш канал связи? Он связывался с вами? Что он сказал? О чем Тейлор вам говорил? Они идут! Кейн! У нас снова пропала связь. Какие нелепые диалоги. Нет, это что-то другое. Так, дверь появилась, можно заходить. Я поклялась отомстить. Вы построили стены, чтобы огородить слабых и больных. Вы отвернулись от них, забыли о них. Сегодня дети вашего апокалипсиса пожнут плоды мести и ненависти к тем, кто стоял и смотрел, как они умирают. Вы сами навлекли это на себя. Госюлань? Как? Я дал ей доступ к нашим протоколам связи. Тейлор, чего ты хочешь? Что тебе нужно? Решение и ответственность всегда лежит на одном человеке. И я хочу узнать, кто это. Зачем? Я хочу узнать, как глубоко идет эта кроличья нора. Так, все? Мне дали опять мою свирепую пушку? А, нет, вовсе. Все машины могут быть преимуществом против снайперов. Преимуществом против снайперов будет другой снайпер. Не в курсе, нет? Вот, все, вот тебе и преимущество. Так, давайте будем убивать вот так вот по часовой стрелке. Оп. Так. Осталось... А, снайпер еще один появился, да? Оп. Так. Хорошо. О, еще один. Здрасте. Давай избавимся от последних кадров. О! За мной! Давай прорвемся. Двоих разом. Или троих вообще. Так, у меня есть подобная штукенция. Мне не надо. Так, ящик с боеприпасами. Хорошо. Стой! Ты это слышишь? Слышу это. АОБ! Я... Укрытие! Отвлеки огонь на себя! Я займусь его активной защитой. Так, здесь уже нужен вот такой вот.
Ой. Да ё-моё! Защитная система снова активна! Ёт, это шарахнуло! Так. Он идет за мной, что ли? Двигай, двигай! Не будь мишенью! Система защиты снова работает! Целься в слабое место! Защита упала! Ударь чем-нибудь потяжелее! Так, 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 так. Ты какую кнопку-то нажать? Все, готов? Ё-моё, я куда стреляю? Мама, мама. Давай берись, собака. Кажется, получилось. Понятно. Значит, мой снаряд, походу, не работает против него. Так. Мы не знаем, кто слушает или говорит. Теперь у меня нету моей пушки. Вот что самое обидное. Почему она пропала? А, вот она. Нет, не она. Хер там ночевал. Ладно, без снайперской пушки будем теперь обходиться. А мне так нравилось, надо будет сделать себе пакет, этот набор с этой снайперской пушкой. Мне что-то прям понравилось их так выносить. Ну, двигай, толстожопый. Так. Ой, как их много там. Перезарядка. О, мобильный комплект. Хорошо, перезарядили. Так, вот против того у меня есть оружие помощнее. Или нету? Че, не убивает, что ли? Вообще огонь. Ты чё не умираешь, мужик? Это... Вообще какая-то бесполезная херота. Не нравится мне. Больше не возьму её. Нам нужно прорваться в убежище. Да без тебя знаю. Подожди, я в кнопках опять запутался. Приглядывай за небом. Кроны. Сейчас, друг. Погоди, я сверху зачищу. Так, я спускаюсь. Ой, как их много там. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, у меня аж даже слов нету на все это смотреть. Какая-то ожесточенная война. Все, убили самого броневика самого. Так. Возьмем боеприпасиков. Так, убили это. Того убили. О, там какой-то свой наверху прыгает. Нажмите F, чтобы использовать. Свои. Так, все, доиспользовался. Так, противники справа все, да? А, то есть, когда мы тут расстреливали ваших братьев, положили десятка два, вы этого не увидели, да? Да как нельзя лечь-то здесь? Издеваетесь, что ли? Так, ящик с боеприпасами берем. Сколько их там, а? Прям фантастическое количество врагов. У-у-у.
Так. Надо сначала мелких поубивать всех. Наверное. Где эта тварь? Так, против нее у меня есть другое оружие. Так, а, это не ОБ, который мы перед этим бомбили. Это другая штукенция. Так, это мы так уничтожим. О-хо-хо-хо, да ты тоже умеешь шмалять, да? Мимо. Так. Где ты там? Какая серьезная штукенция. Она вообще попадает, эта бредятина. О, попала. Ха-ха-ха-ха. Мощные такие монстры. На высокой сложности, интересно, они... Какая у них эта пуленепробиваемость стоит? Там, наверное, штук 40 в них валить надо. Они еще и ваншотают, и умнее по-любому. Так. Чё там сказал? Погоди, перезарядится. Так, больше, наверное, пулемет этот. Гранату кинул, ты чё? Вообще, что ли, глупый, убьёшь ведь? Так, еще одну. О-о-о, сзади! Кто такой смелый? Ух, какая такая битва непонятная. Так, а вон еще один. Как мне снайперки моей не хватает. Или это турель вообще? А, это турель. И кто здесь в меня стрелял? Ты что ли? Засранец. Куда идти-то нам надо? Что-то я не могу разобраться. Просто всех перебить? Наверное. Походу, просто всех перебить. А, во, появилось. Все, истребили. Вот охренетесь, народу мы положили. Надо достать Кейн. О, нормально. Достали Кейн. Черт. Похоже, операция закончена. Найди нам транспорт для эвакуации, Хендрикс. Ты меня разыгрываешь, да? Она поджарилась. Еще есть шанс. Эй, ты меня слушаешь? Она мертва, смирись с этим. Нихера не мертва, мы ее сейчас спасем. Ваш друг, она хорошо сражалась. Что ты с ней сделала? Она больше не заговорит с вами. Теперь она будет молчать. Вы увидите. Какая сволочь. Кто-то там топает или мне показалось? Нет, не показалось. Долго перезаряжается штукенция, вот это меня бесит. Я больше пулемет с собой не возьму. Либо на него надо какую-то хероту вешать, которая прям перезаряжает его. Кто-то там идет очень серьезный. Или мне показалось, не такой серьезный. Так, не такой уж серьезный, да. Перезарядка. Да, оружие надо... Мать его... Злые какие все. Не знаю, что ты хочешь делать, но лучше поторопись. Здание разваливается. Так. Пока гранатка там моя отрывается. Никого не убил, да, походу? Кто еще есть живой? Чтоб тебя! Ты меня слышишь? Оставайся на месте, Хендрикс. Еще не все кончено. Так, перезаряжусь на всякий случай. Сержант Хугес. Сержант Хагес. Понятно. Так, дверь открываем. Сейчас будет какая-нибудь сценка. Нет? Да? Будет? Нет? Девчонка. Живая! Живая! Ура! Мы ее спасли! Пошли. Сейчас на себе потащим, да? Ой! Ах ты ж горящий! Ты че? Ты глупая, что ли? Давай, поджарь. Вот так вот тебе. Ой, ребята.
И ты стояла, смотрела просто? Никакой помощи от тебя не было, что ли? Я не понял. Да. Ты что-то хотел сказать, Хендрикс? Хендрикс, ты чуть не убил человека. Я просто заметил. Ты весь в крови. Что ж, друзья, шестая часть прохождения Call of Duty Black Ops 3 завершена. Увидимся в следующей. С вами был Схемов. Спасибо, что смотрели. Всем душевного фана и безумного эпика. Не забывайте ставить побольше лайков и пишите комментарии. Всем пока.